Всем привет. Привет! Ну что, сегодня у нас 18 мая. Было решено записать все-таки видео по поводу квадрокоптера, который, кстати, немножко, если отступить назад, был заказан на следующий, конечно же, день после записи. То есть 18 мы числа записали, 19 или 20 числа квадрик был заказан. Типа отправлен вроде как нам с Китая. Ну, Максим не сомневается, я как бы особо тоже нет. Короче, если коротко про квадрокоптер, то его развернули на таможне. И вот сегодня получается у нас опять 18 число. И вроде как это самое. Тяжеловатый спиннинг. 10-30 тест надо было. Это нехорошо. Это очень нехорошо. Тут еще красивее. Немножко, конечно, меня все подрастроили, ребята. В частности, так много было хороших комментариев. Очень много было в свое время писем на тему: ребята, когда рулетка, когда что-нибудь позамутите подобное, мы так хотим, давайте, давайте. В итоге, блин, вот мы толком вот с этого реально, я вот хочу, чтобы было просто понимание, никто ничего нигде не выиграл, япона мать. Вот, ну, у меня слов нет, у меня одни эмоции. Если кто-то думает, что мы на этом что-то заработали великого, то это вот все глубоко ошибаются. Все, кто скидывались по 1000 рублей, то есть на вот эти вот, как назовем, беспрецедентно на эту акцию, да? Там, блин, с каждой 1000 рублей, наверное, по 100, по 200 нас снимали комиссии и прочее, прочее, прочее. Я говорю, тот, кто немножко в теме, тот знает, что такое донат. Это вообще жопа. Как бы это по-своему реально жопа. Блин, и мы сделали вот такой вот жест доброй воли, можно так его назвать. А и то откликов не нашлось. Я не знаю, может быть, кто-то видос не видел. Но всего 29. Всего 29 тысяч мы насобрали. И как бы, блин, 26 и сейчас вот... Нет, мы, конечно, ребята порядочные, мы все проведем, мы все сделаем. Но вот сейчас, например, как проводить все? Хрен пойми, да? То есть Максим говорит, что надо, наверное, с конца сейчас начать шагать. То есть хотя бы, чтобы было побольше каких-то, скажем так, этих подарков. То есть, наверное, это Ганза, Манекс будет, Эндура. То есть вот на 29, я думаю, что мне придется, наверное, раскошелиться еще от себя, как-то добавить сколько-то. Просто мне перед людьми немножко даже неудобно перед теми 29-27, там кто-то по 2, да, скинул. Ну, да, да. Как-то, блин, ну, ребят, такая фигня, я бы с удовольствием в такой хрени участвовал, если бы кто-то где-то что-то делал подобное. Но никто нигде ничего такого не делает, потому что это реально в минус, потому что это... Ну, никто не хочет, как говорится, в минус улетать, так ведь? То есть человек быстрее продаст, наверное, эти ножи где-нибудь на Ганзе на какой-нибудь. Со временем, за какие-то вменяемые деньги, чем вот так, по сути дела... подпросрать. Мы, блин, делаем доброе дело, а люди и то не все, во-первых, понимают, а во-вторых, мало кто в этом во всем участвует. Я не знаю, там причина, ножи, может быть, какие-то некие, или сомнения в нас есть. Ну, ради бога, блин, ну просто нахрена тогда было этих миллион писем всяких о том, что давайте мы в этом замутите, что мы там все готовы поучаствовать. Я вот этого вот не понимаю, как бы у меня по-своему на многих подсознательно какая-то обида осела. Ну и что про это самое, про все? То есть квадрик — это не проблема, по большому счету. Просто хотелось приурочить как бы все это дело и под шумок. Короче, давай еще раз сюда. Мы делаем снизу. Делаем, наверное, вот эти, да, вот сколько получается. Давай напишем два комментария. Снизу или сверху. То есть тут получается, ну, так, грубо сверху, говоря, тут, блин, два ножа. Это тупеж. Ну или снизу. Лучше тогда уж снизу разыграть. Ну, Ганза пока уберем. Ганза будет на добивку, если эти что. Эти подарки-то все. Ну, 1000 рублей ровно там. Будет 28 Ганза. Между подписчиками, ну. Просто считать сейчас. Ну, снизу. Снизу, наверное. Давай два комментария наставим. Снизу, сверху. Кто, где больше плюсов. Ну, я думаю, разыграет. Может быть, ребята-то все-таки кто-то еще соберется. Не, ну, конечно. Ну, это чем больше соберутся, тем больше, блин, ножей будет. Мне неудобно, ребят, перед вами. Я вот, наверное, в видео по-своему извинюсь, потому что, ну, стремнота какая-то, блин. Все так просили, я бы вот знал, что так получится. Я бы не стал ничего мутить. Мне, ну, нахрен не надо. Я думаю, что какие-то истинные подписчики, те, кто меня, может, как-то в лицо немножко знает или еще, как бы меня поймут. Я тебя пойму. Ну, просто реально, что за чушь-то? Все так просили, я вот реально думал, что Макс еще хотел на 200 сделать тысяч. Угу, на 200. Кстати, на 200 бы сделали, 108, наверное, насобирали. Да, конечно. Так нет, не поздно, давайте в
комментах опять все сейчас напишут, конечно, давайте сделайте на 200, мы все поучаствуем, а потом в итоге опять еще 5000 все докинут. Блин, какая-то лажа. Фиг знает, я бы в таких штуках, еще раз повторюсь, я бы только в путь. Будем ждать, что же кто-нибудь другой сделает. Тысяча невеликие деньги, зато, блин, шанс выиграть реальный, импортный, как бы нормальный, фирменный нож, не какой-то там, ну да, Ганза как бы под вопросом. Да Ганза что? Не в обиду всем, но тоже что? Просто в догонку положим. Все? Ну а голосованием, если сейчас начать, например, определять, какой нож участвует, я почему мы так решили, сверху или снизу, то есть, если сейчас начать голосовать, это устанешь, потому что кто-то хочет что-то так, кто-то так, это тоже, блин, хрен всех пойми. Все? Видос мы, наверное, что, сейчас я выложу его? Ладно. Давайте хотя бы дней 10 еще возьмем все-таки тайм-аут, а я сейчас, наверное, все-таки запишу про ТРЦ Urban Tactical. Так, у меня ножик и лежит, а я видос на него не запилил. Что-нибудь еще запишу, может быть, мы понапоминаем всем. И может быть все-таки кто-то еще подсоберется хоть да. немножко. Ну чтобы хотя бы половина ножей как-то поучаствовала, я не знаю, но реально мало. Просто на 30 человек там 3 ножа разыгрывать. Ну все равно будет, да? Мы снизу разыгрываем, а как бы сначала самое дорогое, и так. Ну как, не, ну, как конечно, и планировали. Да, я бы все. Сейчас, если вот так мало народу, я бы снизу погнал тоже, я с тобой согласен полностью. Да. То есть хотя бы будет подарков этих побольше, как говорится. Хотя для нас это еще больше геморроя, блядь. Ну, больше отсылать, больше посылок. Ну ладно. Да пофиг что. Ну да. Блин, я вот говорю, еще раз все-таки, я вот хочу сказать, я по-доброму хотел добро сделать людям. Ну как бы. Никому, блин, не надо, ну и пошли тогда все нафиг, вот по-русски говоря, вот так. А что тоже, мне оно надо, мы и так до хера денег потеряли, да? Ну я тебе говорю, мы где-то 26 всего сняли. Ну что, всего 26, после всяких комиссий, всякой херни, блин. Там кто-то с телефона, там кто-то с телефона скинул. Там да? даже не с телефона, там с просто телефона, там сама по себе бешеная комиссия. 200 рублей. Плюс за снятие еще и комиссия. То есть там со всех сторон комиссия. Ну. До тебя, когда деньги пришли... Не, ну подожди, ну давай правде в глаза. Мы знали про это. Ну, ты же все прочитал. Ну, да, мы знали, про все знали, не, что будут комиссии. Про телефон не знали. Там поэтому, вообще 20%. Поэтому мы вам говорили в том видео, поэтому и цены такие более-менее как бы средние взяты, как бы нормальные. Потому что мы знали, что с этих со всех цен еще с нас дофига всего снимут. Нет, мы не знали, что столько-то много. Ты мы понимаешь, когда только... с телефона я вообще хилил 20%. С телефона 20%. С телефона еще получается самая дешевая с PayPal, блин, мы только знали, что нормально. Короче, борода это все. Ну ладно. Так никто не донатьте нам, не надо донатить. Донатов нахрен. А он расстроился. Ну что ты, давай, все. Расход. Какие-то удочки я тебя даже не заснял. Ладно. Ну все, всем пока. Комментарии ссылочки в описании будет на донат там, на прошлый видос. Что к чему, что понимали.